В областном центре продолжается уже полюбившаяся многим ярмарка деликатесов «Икра и рыба камчатская». На прилавке около 30 видов продукции – чавыча, белорыбица, тунец и, конечно, красная икра. Желающих побаловать себя, как всегда, целая очередь. Рыбку взяла вот эту красную. Она очень вкусная, я ее не первый раз покупаю. Чавычу взял, икру взял. Регулярно беру, мне очень нравится. Свежая и все вкусное. До Нового года остается меньше недели. Белгородцы активно покупают лакомства к праздничному столу. Каждый сможет найти здесь деликатес по вкусу. На праздничек чавыча и корочку. Беру все время здесь, очень нравится. Вкусное, полезное. Новогоднему столу будет очень, кстати. Чавычу и белорыбицу, и нерву. Все попробуем. Бутерброды сделать, салаты сделать, порадовать родных. Это завершающая в этом году гастрономическая выставка, поэтому лучше взять с запасом. Полезные вещества сохраняются в рыбе даже при домашней заморозке. Наслаждаться продуктами с Дальнего Востока можно будет на протяжении всей праздничной недели. Ярмарка будет работать до 31 декабря включительно по адресу проспект Богдана Хмельницкого, 137Т, у центрального входа в Мегагрин.